Всем привет, друзья, с вами Лер, и я хочу предоставить вашему вниманию StarCraft на украинском языке. Сразу скажу, что я не хочу высмеять украинцев, я о них нормального мнения и дружественно к ним отношусь. Понимаете, тут вся проблема в переводе. Вся проблема этой игры в озвучке и в переводе. Так что, ну вот сейчас я все покажу. Допустим, выберите тип игры. Оригинал. Еще тут очень громко все. Выбираем, ну, Лер, да. Так. Делаем нового игрока. Неважно, какое имя мы вводим, это вообще не имеет значения. Окей. Я только не помню, это компания или нет. Это вроде бы компания. А нам нужна не компания, а нам нужно обычное сражение. Нет, нам нужно обычное сражение. Значит, выходим отсюда. Нам нужно просто сыграть с компьютером, чтобы я показал вам озвучку всех юнитов. Вот что я хочу вам показать. Как тут смешно все перевели. Так, а вот сюда можно зайти? Я просто хочу сыграть с компьютером. Нет. Новый. Окей. Делаем игру. Делаем любую карту, неважно какую. Так, допустим, выбираем тирана. Компьютер. Неважно, кто будет наш компьютер. Запускаем игру. Я уже готовый, перейдем работать. Они бубнят какие-то слова. Бегай за минералкою! Вон, слышите, какая у них озвучка? Какая озвучка у нее? Очень странная. Так, вообще, тут вроде бы F10 кнопка меню. Давайте вот до сюда сделаем. Оно... Так, оно меняется, да. Надеюсь, вы слышите голос. Но припахуй. Пока что пускай минералы добывают они у нас. И заодно проверим звук. Не звук, вернее, а то, что он говорит. Бегай за минералкою. Я уже готовый, пойдем работать. Тики на хайкую не бейна. Но припахуй. Ах ты ж хоть... Вот что он сейчас говорит? Что сивуха стреляет? Мабуть, маринасы. Вы як не шви. И понимаете, тут каждый из них говорит какую-то дичь. Слухай, а зарплата коли буде? Когда будет зарплата? Не знаю. Вот зараз схожу до шамана и накладе він зарплату. И в чем еще... В чем прикол? Прикол еще главное в том, то, что они тут матерятся. Понимаете, да? Они тут еще и матерятся. Тут есть такие, кто матерится. Допустим, обычный десантник тут матерится. Он может послать тебя куда подальше. Давайте пока что добычу ресурсов сделаем и построим бараки. Суплайку надо сделать. Надо сделать суплайку и потом бараки. Так, у нас все работают. Да, вроде бы все. Еще одного рабочего. Так, это у нас строится. Еще одного рабочего заказываем. А ты что не работаешь? Так, этих рабочих сюда отправим. Ну вот понимаете, да? И они еще матерятся. Голодомор устроить хочешь? Голодомор устроить хочешь? То есть, когда у тебя не хватает пищи, тут спрашивают. Голодомор устроить хочешь? Теперь делаем бараки. Вот здесь.
голодомор устроить хочешь. Смешно. Ну, в принципе, это еще нормально, а вот мат, который присутствует в игре, вот это угарно. Я тут еще за протосов играл. И в чем прикол? У них космический корабль один называется Батон. Понимаете, да? Батон. У них один космический корабль называется Батоном. Делаем еще одни бараки. Вот здесь. Еще одного рабочего. Пока что у нас все окей. Нужно будет построить еще... Так, тут видите, как бы... Будувать и хату, будувать и крутую хату. То есть построить здание и построить крутое здание. Ну и так, формально говоря. Улучшенное здание, более хорошее здание. Инженерный центр. По идее, мне знаете, что надо построить? Мне надо построить... Бункер вот здесь. Вот, слышали, что он сказал? Все будет заебись. Это ж, по идее, ругательство. Академия, не нужна инженерный центр. Вот это надо сделать. Делаем десантников. С десантниками вообще полный ор, потому что десантники посылают тебя нахер. Десантники просто посылают тебя куда подальше. Так, сюда. С десантниками вообще можно угорать. Я закончил, сказал он. Так, нет у нас минералов. Так, ты добывай. А, ты еще не закончил, окей. Ты у нас будешь добывать газ. Ты тоже добываешь газ. А, нам... Нужно еще одно это построить. Поедь сюда. Этих сюда. Сейчас, короче, будете слушать. Что говорят эти десантники? Сейчас будем на них кликать, и вы слушайте. Беззакаемый життя не життя. Дайте шанс, кого застрелю. А у тебе є план? Хули так мало план? Вот слышали, да? Молодомору строить хочешь? Шо мы тут стоим? Сейчас долбоёбы прибежат. Сейчас долбоёбы прибежат. Поняли, да? А мо ты ще й набоїв даси. Ну посилай уже, чи шо? Не зайобуй, це не культурно. А не пішов би ти нахуй? Вот говорю, он тебе может посылать куда угодно. Сгоняй за пивом, під план, то... Сгоняй за пивом, говорит он. Як ти думаєш, а земля кругла? Слухай, купи слона. Дайте шанс, кого застрелю. А у тебе є план? Опять же говорю, я к украинскому отношусь нормально. Просто эта озвучка очень, ну, глупая просто. Очень глупая озвучка. Зачем так вот прямо озвучивать? Надо много этих сделать, десантников. И по идее надо построить еще один бункер. Вот здесь. Еще один бункер вот здесь. Хули так мало план. Так, что у нас тут? Давайте сходим проверим. Мясо. Так, тут у нас на сало. На сало? Окей. По дорозі йде м'ясо. Тут еще газ можно добывать. Порвем усіх на сало. Тут можно добывать газ. А есть еще где-то минералы? По дорозі йде м'ясо. Еще где-то минералы есть?
Академия требуется. Сейчас мы Академию достроим. Вот она как раз строится. Тут что? Завод можно построить. Строим вот завод здесь. С этой стороны можно как-то к нам подобраться? Враг может подобраться к нам с этой стороны? Вот что интересно. Чтобы патроны лучше у нас стреляли. Так, ладно. Добываем еще газа больше. Больше газа. Тронулись. Что мы тут стоим? Сейчас долбоебы пробежать. Поняли, сейчас прибегут долбоебы и, короче... Голодомор устроить хочешь? Так, я понял вас. Надо еще суплайки делать. А у тебя есть план? Так, а можно как-то тут еще одну базу? Или тут никак не пройти? Тут, видимо, никак не пройти. По дороге идет мясо. Арматное. Голодомор устроить хочешь? Проход только здесь, короче. Ясно. И кого бьет, а попалы ты? Как, что? Пали зі мною по-справжньому. І кого б'єте попалити? Палахуйте не знайдете. Непослідовні якісь люди. Кажуть, що це пекло. Я не розумію, що він говорить. А от якби там холодно було. Він сказав, що яку там холодно було. Та які пожежники? Вони ж тушеники. Та яка нафіг електроплитка? Та от відкрутий балон, та як шарахнуло. Ех, жалко, атмосфера не з попану. Так би бахнули. Гарі, гарі. Моя звізда. Ох, душевна пісня була. Офігеть. Не дзвони мені на трубку, я її курю. Мало плану, кури сільраду. Пали зі мною по-справжньому. Я не все слова его понимаю, но примерно я понимаю, что он говорит, но не все. Так, ракетную турель. Атишувач, бараки есть, академия есть, ракетную турель надо здесь сделать. Тут что? Космопорт и вот это надо будет сделать. Не грати з зірниками, підпалюйте з нами. Врагов-то нигде нету. Сканер. Шеф, прибав газку. Сейчас шеф прибавить газку. Не грати з зірниками, підпалюйте з нами. Так, хорошо. Вот улучшение сейчас надо делать. И вот здесь вот тоже еще построить, чтобы добывать газку тут. Палыш зі мною по-справжньому. Палахуй ты не знайдете. Гори в сарай, гори хата. Не грати з сірниками. Так, давайте отсюда еще будем добывать. Тут можно, по идее, командный центр поставить, но надо или не надо. Он, видели, слышали, он опять сказал, все будет заебись. Мало плану, курисель рады. Потягу припаяно. Он опять сказал, все будет заебись. Он опять сматерился. Мопеда. Вот. Вот оно. Вот про это я говорил. Это они вроде бы ругаются. Ужасно просто ругаются. Ужаснее, чем обычные десантники. Так, кто-то стоит на месте из наших рабочих. Космопорт. У нас есть космопорт? Нет, у нас нет космопорта. Делаем космопорт тут. Это у нас что? Я не знаю, кто наш враг. Наш враг не атакует. Вот. Во, слышали, что он сказал? Чё, до чего задумался?
Знов хуйню грузитимеш? Командир, б***ь! Чо, до чогось додумався? Твоїх хібуть, а ти тут дрочиш? Послать би нахуй, да я культурний. Вообще культурные ребята, да? Я хуею, це тупой. Протосы не брешут, ты такий ебанат. Почекай, хтось на дорозі. Чо приперся без бутылки? Что, приперся без бутылки? Чо, до чогось додумався? Знов хуйню грузитимеш? Командир, б***ь! Твоих хібуть, а ты тут дрочиш? Прекрасно. Просто шикарная озвучка. Самолётика. Но припахуй. А так мы, в принципе, все сделали здание, кроме вот этого. Знов хуйню грузитимеш, командир, б***ь. Ну, припахуй. Так, у нас мало газа. Очень мало газа, можно повысить добычу газа. Давайте-ка построим еще больше вот этих вот. Это что? Так, энергия плюс 50 самолетика. Это не то, что нам нужно. Тут есть что-то, кто-то? А, наши враги это эти зерги, да? Батарейки перестали. Батарейки? Батарейки. Чо приперся без бутылки? Батарейки, короче, у нас. Я уже кинчил. Но припахуй. Кто тут что закончил? Вот этих сделаем по одному. Почекай, хтось на дорозі. Знов хуйню грузитимеш, командир, б***ь. Так, сюда сходить, проверить, что тут. Главное здание может, по идее, разведывать сканером. Вот это вот. Опа, опа, опа. Протосы, ой, протосы, говорю, зерги к нам идут. Почекай, хтось на дорозі. Чё, до чогось додумався? Нам идут зерги. К нам идут эти уроды. Так, где у нас тут штука, которая танки-то производит? Голиаф, вклепаем. Не грузить, мамо. Життя, не життя. Дропник. Кого б його загрузив? Ну шо, все? Як на дроті? Що приперся без бутилки? Як на дроті? Ну шо, все? Не грузить мене. Як на дроті? Не зачепіться за оту нитку. Закаємо, життя, потримайте кришку люка, поки не долетимо. Ригайте, будь ласка, в ілюмінатори. Незакоцаний тікет за отмазку не конає. Кого б його загрузив? Не грузіть мене. Як на дроті. Вот. Ну я, в принципі, розумію, що вони кажуть. Так, а что нужно, чтобы это создать? Лаборатория. Разве у меня нет лаборатории? Разве лаборатории-то у нас нет? К
Космопорт, научная станция. Научная станция же есть у нас. А нет, нету. Нету у нас научной станции. Никак. Пришло прозрение. Прозрение. Кого б його заграти? Патрон не вистачить. Посилай. Зроби мені приємно. За кого ти мене маєш? Посилай. Зроби мені приємно. Не треба, дякую. Це лише моя робота. Не сміши мої ракети. Що значить тормозна рідина? І зовсім вона не тормозна. Ягу припаяно. Ну, ще чарку масла і вода. Ах, гарно пішло. Ой, що за потікло. Так близько і відходь. Бо буде прийти самого. Окей, так що ще є? Склепайте наукову. Склепаем наукову. Так, здесь что? Вот, осадный танк. Давайте сделаем один танк, посмотрим. Я, в принципе, их делаю, чтобы послушать их озвучку. У процессов тоже угарная вообще озвучка. Протосов тоже вообще озвучка угарная. Надо знать, где наш враг еще, а то вдруг нападет. Пришло прозрение. Прозрение. Таким голосом еще. Так, а как попасть на этот остров? С помощью чего? Батарейки перестав. С помощью чего на этот остров можно попасть? Так, танк. Де ключі от моєго танка? Граждан нам уїздить, летать не надо. Давай їм вставим. Граждан нам уїздить, летать не надо. Де ж ти, моя суйко? Чо? Уже час сижу, хахлох. От шашлик на моторі дожарю, і, конечно, поїде. Вай-вай-вай, дай поспать, слушай. Те ключи от моего танка. Уже хайло. Оля, я на проводе. Едем таки да? Едем таки да? Да шо вы такое говорите? Это еврей? Чтоб я так жил. Шо, прямо сейчас? Шалом? Шо, прямо сейчас? Не делай волн. Говори дело. Да я вас прошу. Чтоб вы так жили, как притворяетесь. Уважаемые, покупаем дешевое топливо. Это точно еврей. Ну что, все сразу? Ой, а мы уже что знаем? Или начнем торговаться? Хорошее топливо, сейчас большая ре. Ой, а мы уже что знаем? Чё там? Перестаньте сказать. Уважаемый, не борзеть, а то так и буду бить по морде. Шо, прямо сейчас? Это, короче, еврей какой-то. Так. Мы можем сделать этого? Или нам нужна еще одна научная станция? Но припахуй. Научная станция, чтобы еще одно улучшение сделать, я понял. И где наши враги? А где наши враги? Я так ни одного врага-то не встретил. Пришло прозрение. Какое прозрение? Прозрение, это типа улучшение завершено. Да? Бегай за меня!
тренировкою! Не делай вон! Говори дело! Типа улучшение завершено. Дайте шанс, не грузіть мене! Почекай, хтось на дорогу! Йозі! Кто это за... Почекай, хтось на дорогу! Йозі! Мопеда паук. Я приперся без подчерки! Они меня смешат больше всех. Сейчас долбоебу прибегут. О, сейчас будет у нас этот снайпер. Что, прямо сейчас? Да, сейчас, прямо сейчас. Так, что у них тут? Где их армия-то, я не понимаю. Батарейки перестав. Где их армия? У них же вроде была армия. Сделаем как на позавчера. Чтоб я так жил. А, у них еще один улей. Едем так и да. Сделаем как на позавчера. Хуй. Хуй. Вот это здание называется, ну, вы поняли. Сделаем как на позавчера. Вы поняли, как называется это здание? Наших бьют. Бьют. Не думай. А мы будем бить их. Ну, как его? Пришло прозрение. О, я. Наших бьют. Бьют. Едем на хида. Да типа вся их армия, сколько не знаете, где у них больше. Танки не сломали. У них куча этих летающих. Нет, дропник мне не нужен, самолетики мне не нужны. Бегай за минералкою! Что сделать, че забить? Так, убить! Бить. Хана. Хорошее название, конечно. Очень хорошее название. Хана. Наших бьют. Я на дроте. Так долго яйцо-то одно бьют. Офигеть, как они долго яйцо бьют. Можно делать свою базу. Пришло прозрение. Прозрение. Ушлай! Зроби мені приємно. Поки я тут, вам все не капут. Так, делаем здесь базу свою. Из десантников обычных. Не грузить мене. Вот это убить. Но еще и стреляет.
Ну еще и стреляет. Глеф, так, а где мой рабочий? Или он не дошел до сюда? А вот он. Он до сюда дошел. Хорошо. Очень странная игра. StarCraft на украинском. Так, мне не нужна эта. Мне сейчас надо просто... Больше этого. А у тебе є план? Дропник. Дропник это же не медик. Или тут вообще нет никакого медика? В этой части вообще нет медика, в смысле. Я думал, дропник это и есть медик. Понимаете, да, о чем я? Я думал, дропник это этот. То есть летающий медик. Давайте хату здесь сделаем. Сделаем хату тут. Это что у нас? Секретный ливень. Тут нам надо вот эту сделать. Пирани. Титановый реактор. Наших бьют. Зачем они бьют? Что они так бьют? Бьют наших. Я, кстати, так и не посмотрел озвучку этого призрака. Где он тут? Это здесь. Так, сюда. Троица делается. Этих убить. Убить. Наших бьют. Бьют. Наших-то бьют. Так, это для мопеда, для осадного танка. Для самолетика. Мы самолетиками пользуемся. Для невидимки. Все для невидимки. Это нам не нужно. Это для кастрюли. То есть для кастрюли это вот. Для этой. Науковая кастрюля. Науковая кастрюля. Это где еврей летает. Называется науковая кастрюля. Я если кто не понял. Наших бьют. Так, очищаем мир от зергов. Так, тут у нас ресурсы быстро кончаются. Давайте все эти улучшения тоже делаем. Хоть и нам, они нам особо-то и не нужны. А, стойте, а мы можем? Да, мы же можем теперь вот это сделать. Это нам очень нужно. Это нам очень нужно.
І кого б його не попалити? Хто працює, того не йде. Так, всім сюди. Вам двоим сюда, вам двоим сюда. Еще десантников. Больше десантников. Я думаю, мне не нужно больше газа добывать. Ой, а мы же знаем. У меня и так много газа. Надо больше рабочих, которые будут добывать этого. Вивчичи нецензурную лексику. Нецензурную лексику. Тут столько нецензурной лексики. Это просто пипец. Тут столько нецензурной лексики, что просто пипец. Но припахуй. Так, что там у нас еще? Где лёсы идут? Ракети, ёб твою мать. Называется... Ракеты противовоздушные, ёб твою мать. Я не могу. Ну а как это еще назвать-то? Ты понимаешь, когда в тебя вылезается противовоздушная ракета... И ты летишь на самолете, у тебя просто других слов нет, кроме как сказать «ёб твою мать». Подвини кулемёте. Никелёванная машина. Так, подожди, так все улучшения где? Делаются-то? Вот здесь? Это все для кастрюли. Для летающих. Для науковой кастрюли. Вот для этой, то есть. Давайте сделаем этот крейсер огромный, ударный. Даже два. А, пока есть время, давайте... Давайте изучим... Это, знаете, кстати, похоже... Это все очень похоже на второй Fallout. Я вот в это играю, и это похоже на второй Fallout. Ну, графика, понятное дело, одна и та же. С кого це спагетти зробити? А ну тихо, я з Сицилії. Посміхніться, вас знімають. З кого б це спагетті зробити? Ой, а ми ж знаємо. Ну, якщо так, то це досить цікавий розклад. Хороша штука, шапка-невидимка. Inutiles vana reclinum ya prirane sudo. Это на каком языке поет? Mondo l'abbiam chiuso, fuori come già casino. Это он на итальянском? Посмехнитесь, вас снимают. Короче, у тиранов здесь есть все народы. Есть украинцы. Есть... Ой, Тим. Евреи, которые в науковой кастрюле летают. За кого ты меня маешь? Дайте шать, кого застрелю. Посылай! Есть эти... Еще не русские, которые в танках ездят. Ну просто вот эти вот, которые в танках очень похожи на нерусских. Так, это все для призрака, да? Значит, не нужно. Так, скоро там будет летающее это. Надо просто больше зданий этих построить. Но, припахуй. Космопорт, еще один склепатель сделаем. И сделаем еще завод. Сделаем еще один завод. Где тут инженерный центр? Это все есть. Да, у нас же есть инженерный центр. Да, есть. Уже поехали, давай. Где завод? Бараки, Хензуры, Фуплайка. Завод еще один. Вот он, летит. Хашиш, бич.
соси частоты мудаков. Что он сказал? Соси частотных мудаков? Пейте, ясных конструктор сделаю. Где ключи от моего танка? Вот это похоже на каких-то нерусских. Короче, у тиранов есть ключи все народности мира. Давай. Где ключи от моего танка? Я уже кинчил. Давайте вот делаем побольше голиафов. Больше голиафов сюда. Тут еще эти летают. Но припахуй. Так, что нам нужно? Нам нужны обычные десантники. Очень много обычных десантников. Но и еще нужно обычных этих. Я по идее сразу же... Ну, понятное дело, я бы сразу же его уничтожил. Шеф, прибав газку. Но сейчас газа нет. Сейчас уже газ закончился. Уже газ закончился. Ключи от моего танка. Полози мною по-справжнему. За кого ты вынимаешь? Это очень смешно. В следующий раз давайте проверим протасов и зергов. Зерги, конечно, будут молчать и ничего такого не скажут. Но тоже смешно. Шеф, прибав газку. Газку. Соси частоты мудаков. Как это смешно. Говорю, вот озвучка тут просто ужасная. Не надо было так озвучивать, надо было нормальными словами. Нормальными словами надо было все это делать. Ебал я твои плантации. Ебал я твои плантации. Безакаемый життя не життя. Ясных конструктор сделаю. Від мене не втечуть. Не хвилюйся, я дожену. Від мене не втечуть. За кого ти винимаєш? Ебал я твої плантації. Дайте шанс кого застрелю. Хули так мало плану? Ой, господи, це так угарно. Шеф, прибав газку. Давай им вставим. Давай им вставим. Соси частоты мудаков. Что ж, посмотрим. Честно говоря, во втором Fallout такая же графика. Но я во второй Fallout хотя бы играю. А в это я играю ради прикола, ради озвучки. Шикарная озвучка. Куль. Который может тебя проткнуть. Эволюционная камера. Королевское гнездо, и драгон, болото, барлик, королева. Почему королева летает? Чё это её лицо было? Дрон. Или это не летает, а ползает? Какая она красивая, королева. Трактор, спорно-колония, шпиль. Корова. В принципе, похоже. Очень похоже.
пришло прозрение. Чё иду? Как они называются? Собака. Зерглинги тут это собаки. У них тут база, ё-моё. Не везде все базы наплодили. Окей. Придется чисто летающими тогда. У гейзеров газ заканчивается. Не люблю я пожарники. Так, тут-то что у нас происходит? Наши бьют. Куда идем? Где у нас главное здание? Надо разведать, что в этой местности. И откуда тут появляются зерги. Наших бьют. Они могут быть здесь. Тут их нет. Пришло прозрение. Отлетим. Наших бьют. Наших бьют, бьют. Но они только здесь остались. Они остались только тут, короче. Все понятно. В общем, это был StarCraft на украинском. Очень смешная игра в плане перевода. В плане перевода. Смешная, потому что тут... Ну, сами смотрите. Они матерятся. Они матерятся и ругаются. Это смешно. Это очень смешно. Сталависта деточка. О! За кого ты вынимаешь? Соси чеснок и мудаков. Вот они где у нас. А где у нас тут летающие-то? Где у нас тут летающие? Давайте сейчас их добьем. Шеф, прибавь газку. А газку мы прибавить не можем. Посылай! Зави мне приемный! Давай сюда. Моя крутость мене вражает. Наших бьют! Кто там бьет наших? Летающая корова? Корова же не может атаковать. Вы чё? Корова только увеличивает численность армии. Соси частоты мудаков. Давай, ты тоже сюда. Батарейки перестав. Ничего, что я мало. Я свой конструктор сделаю. А шишпичек. Я свой конструктор сделаю. А шишпичек. Люблю великі швидкості. Так час повільнюється. Не люблю формулу 1. Тільки стартували, уже фініш. Що за світ? Тільки сказав, то прийде. Уже вечір. Вечер. Як швидко біга черепаха. Та крити тих собак матом. Кого б його випередити? Каши швидше. Не совсем понятно, чего они, конечно, говорят. Я понял, это эстонцы. Это эстонцы. Если ты половину понимаешь слов, а половину не понимаешь, значит это эстонцы. Вот так всегда.
Полохуй ти не знайдеться. Іди сюди, а то мені вистачить. Так, ми... Все проведали, все разведали, да? Тут нигде их нет. Ясных конструкторов. Посылаю! Зроби мені приємно! Тут никого нет. Бояться? В обезумі міряю. Ах, кто? Натягнуть шапку-невидимку. То есть уйти в инвиз — это натянуть шапку-невидимку. Вы поняли? Вы поняли, как тут можно уйти в инвиз с помощью шапки-невидимки? Ширнутися! Що ми тут стоїмо, зараз долбойоби прибіжать. Посилай! Ширнутися, а це як називається? Покрійте матом. Це, короче, ти со всей силы покриваєш врага матом. Ти покриваєш врага со всей силы матом и выстреливаешь в него огромным залпом ругани. Вот так вот. Это делается? Это залп супер ругани. Ну, в общем, это был StarCraft на украинском. Возможно, я сниму еще. По этой игре только там уже будет за протосов. Сейчас я играл за тиранов против зергов. Как видите, игра очень угарная в плане перевода. В принципе, что хочу сказать. Я никогда не смеялся над украинцами и над их языком. Вся проблема здесь в самом же переводе. В том, то, что переводчики добавили сюда мат. Ну, опять же. Хули так мало плану? Ну вот по этой вот причине игра смешная. И ширнутися, и вот эти вот все слова, они вот делают эту игру смешной. И даже само здание зергов, которое называется хуй, это вот... Это угарно. Если бы все нормально как-то называлось, то это было бы серьезно. Это была бы серьезная игра, и она не была бы такой. Она была бы обычным StarCraft'ом. Ладно, в следующий раз я, допустим, сыграю за зергов или протосов. Что ж, с вами был Лиар, это был StarCraft на украинском. Всем пока, надеюсь, вам это понравилось.